Всем привет! Мы сегодня будем искать котят. Вот эта вот Cat Lady, она растеряла всех своих котят. А у нее их было очень-очень много. 100 штук или больше? 100, по-моему. По-моему, 100, я где-то читал. Так вот, мы сейчас будем помогать ей искать котят. Вот один в мусорке. Эй, котенок, привет. Мы тебя нашли. А вот второй прибежал. Тетушка могла бы... На дереве? На дереве? Тетушка могла бы и сама... Сейчас, я тут посмотрю. Могла бы и сама посмотреть. Пропустил. В коробке, что ли? Нет, там. Котенок, а, спит. Замаскировался. Так, ух ты, а как до него достать? Эй, котенок. Есть. И еще один. И в мусорке. Стоять. Эй, куда прячешься? Есть. Всех нашли? Нет, па, иди со мной. Так, вот бегает, нет, это уже, это... Ну я уже могу идти в автобус, я уже могу... 6 из 11? Вот, на крыше. Есть. Катя прыгала к нему, а я просто увидел. Так, значит, в мусорках смотрим. Идем, па, я уже не... А я в шоке, где же они могут быть? 11 тут. Ты знаешь, где? Ну, неважно. Короче, мы нашли 7, нас открылся новая локация. А это автобус. Заходи со мной. Ты не успела? Успела. Фух. В автобусе 6 котят. Вот, за рулем. Первый. Привет. Привет, водитель. Привет, котенок. Что там еще? Привет. Тут только 2. А, тут только 2. Иди со мной. То есть в автобусе не 6, да? Не 6. Вот еще один. А, стоять. Где? А, спит. Не спит. Вот он сидит, смотрит вперед. Ту-ду-ду-ду-ду. В коробках не вижу. Вот тут паркур. А, ага. А я сейчас упаду? Машинный паркур. Вау. Вау. Ага, то есть котята в машинах. Есть, я успел. Надо вот прыгать. И котенок, сейчас. Вот. Прыгать. Есть, я же хотел котенка тоже, чтобы успеть кликнуть. Есть. Осталось 2 котенка найти всего-навсего. Есть. Еще один. Вау, это супер быстрый котенковый паркур. И раз. Еще один, да, получается? Я забыла про первого котенка. Па, ну ничего страшного, я думаю. Есть, хорошо. Вот котенок, есть, я всех нашел. Я могу идти в автобус? Да? Нет, еще нет. Я на крыше подожду тебя. Есть. Так, Катя где-то там потеряла первого котенка. Ты уже идешь ко мне? Да, иду. Катя меня догоняет. Ой, ты по дороге идешь пешком? Нет. А, у меня глюк, как будто бы ты по дороге шла. Есть, пошли. Упс, пошли вниз. Есть. И мы... Тут котят уже нет в этом автобусе? Тут нет. Тут уже нет. И мы приехали. Где выход? Вот он. Все, мы приехали. Фух. Та-дам. Новая локация. В этом доме 15 котят. Па, вот тут 2. О, привет, работники. Это в банке, как будто бы они... Па, ты один пропустил. Как пропустил? Я все увижу. Вот. А какой? Вот этот? Я его кликнул. На полу. А еще что-то? А, привет, сонный котенок. Короче, находим всех котят. Осталось сколько? Еще 12 здесь. Наверх. О, тут их есть. Видно. Привет, котенок. Привет, па, котенок. Тут есть в баре. Тут один есть в баре. Привет, котенок. Тут есть в кафе Слипи. Ага. Сейчас, где? А, Слипи. Слипи Китти. Смотри на этот котик. Где? Какой из них? А, вот этот клиент? Или кто-то это? Это с чемоданом? Главное. Есть, я их всех перекликаю. Па, кстати, вот эти человеки. А вот еще тоже, один. Эти люди тоже котят. Люди тоже коты? Смотри, вот. Сейчас. О, привет, тоже кот. Так, а вот я одного пропустил. Не, все нормально. Дальше уже нету. Туда не надо идти? Нет. А что же, а, там же даже знак, не идти, да? Да. А куда идти? А, вот в эти двери. Да. Ага, там стоит самолет. Ну я еще 3 котят. А, вот один есть. Один здесь. А ну-ка, кликайся. Есть. Ну давай. Есть. Теперь выходим сюда. Вау, так я 2 не нашел, получается, да? Нет, все еще можно зайти. Ну ладно. Зайди другой. Так зачем? Па, вот. Один котик висит. Висит? Кто? Я не вижу. С потолка. С потолка стоять еще раз. А, вот хвост торчит. Привет, хвост. А вот ухо, вот ухо. Да, я думаю, вот так надо идти, и тогда вот лучше будет виднее. Вот так, идем. О, его от один спит, привет. Да, тут тоже паркур есть. Тоже паркур, оп, стоять. А, котенок, привет, котенок. Тут есть. Airplane паркур. Air паркур, вау. Прыгаем, вау. Так, я вижу кота.
Ух, как он висит круто! Посмотри, он суперлетчик. Оу, это круто! Это обалденно! Так, а если я упаду, я проиграю совсем? Есть! Рыба какая-то. Котов не вижу. Или то кот? То не кот? То кот. Там кот? Вот это кот? Да. Вау, я его еле заметил. Я реально не думал, что это кот. Сколько? 6 из 11 я нашел. На рыбе нет кота? Так, что-то тут темно кот так сильно. Кот один пропустил, кот. Где? А где ты? Я тебя не вижу вообще, что так погода плохая. Ну ладно, пропустил так пропустил, ничего страшного. Так, рыба и хвост. Вот, ну нет. Ой, я упал. А куда я приземлюсь? Ау, нет, я опять в этом же самолете. Видишь, тут один пропустил. Где, вот этот что ли? Нет. Я его кликнул. Па, стюардесса. А, стюардесса это котик, вот. Короче, мне опять надо проходить паркур. И раз, не успел. Короче, спешить не надо. Все, я понял. Не надо спешить. Да? Нужно помаленьку, спокойно прыгать с одного на другой самолет. И... Ну, давай подлетай ближе. Есть, все. Лучше дождаться, иначе ж потом зря проходить опять. И раз. А я этого кликнул? Я этого не кликнул. Я забыл одного котенка, да. Ты уже все самолеты прошла? Да. Вау. Мне кажется, я тебя видел только что. Так, где крыло самолета? А ну давай ближе сюда. Что-то ты далеко сильно. О, так мне покажись последний самолет. Есть! Так, я здесь. А, подожди, я тут был уже на рыбе. На рыбе я уже был. О, я там вижу на облаке котика. И раз! Ноу! Последний самолет! Короче, паркур это не мое. Чуть-чуть поспешил, совершенно чуть-чуть, совсем мало. Я попробую, па. Не надо, я сам. Не надо. Сейчас, ближе, давай. Эй, эй, куда ты съезжаешь? Куда съезжаешь? Полетай ближе. Эй, 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 подлетай ближе. Па, эй. Па, надо прыгать, когда он внизу. Ну, я понял, только мне показалось, что он далеко сильно. Нет, он недалеко. Вот, прыгай сейчас. Уже прыгать? И... Нет, раз! Есть! Фух, ну да было опасно. Я, конечно, допрыгнул, но было очень опасно. Стоп! Сейчас, 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 подлетит. Ноу, да, нет, есть, фух. Так, на рыбе. Я уже был на рыбе. О, был близко. Был очень близко. Так, это последний или нет самолет? Последний. Но почему? Блин, ну там было очень-очень близко. Но я реально не должен был упасть. Так, надо подождать. Максимально он подлетает сюда. Да! Па, ты одного котика. Фух. Котик, привет, котик. Какой ты красивый. Stocked cat. Так, есть. Что здесь? Фри. Что это за фри? Па, котик! Где котик? А, спит. А как до него добраться? Я не упаду там? Нет. Окей. Па, не прыгай. Да, не буду. Так, что с фри? Котик. Фри котик? Эй! А зачем это мне? А мне это надо? А, если ты... А, да, па. А котик что не... А он не кликался почему-то. Папа! Я на него кликал, а вместо этого приземлился где-то в новую локацию. Итак, мне здесь надо найти 15 котов. Тут один остатый. А парашют хоть отцепится этот? А, нажми. Так. О, есть. Итак, золотой, это котик? Да, это котик, есть. В траве кто-то спит? Нет, я уже проверяла. Проверяла, никого в траве, окей. А, да, там есть один. Есть один. Ну, давай, еще раз просмотрим. Вот, па, вот, вот, вот. Помнишь, который я подумала какашка первый раз? А ну, где? Да, вот. А, вот он, я не заметил. Ну, отойди, покажем зрителям. Вот Катя сразу подумала, что это не котик, а какая-то кукулька. Так, смотрим дальше. Котик, это ж котик вот этот? Это барашек. Вот это не котик? Нет. Нет. Па, вот котик-человек. Так, дальше ищем котик. Вот, вот это рисунок котик. А, вот это котик, да? Привет, котик. А вот этот не котик? Каптын Марук. Так, идем дальше. Кстати, большой город такой. 15 надо котиков нам найти. Па, ты пропустил много. Да? Сейчас. Вот, я нашел немного. А, кстати, я здесь могу зайти. В мусорке? Я вот не привык заглядывать в мусорки. Где мусорка? Не, реально, где мусорка? Ну, капец, ты меня позвала, говоришь, в мусорке тут. А где в мусорке? Короче, где-то. Жуля, ради тебя зря побегал. Тут еще одна кокулька. Итак, ищем новых котиков. А, вот, черный кот. Тут, кстати, другие, там все были рыженькие, а тут черные маскируются. Мусорки здесь? А, так я не дошел еще, Катя. Ты говоришь, мусорки тут. Так, в этом доме есть кто-то? Да, там есть котик один.
Привет, котик-продавец. Рыб. Я всех уже нашла. Котик-продавец рыб. Я тебя жду, я всех котят нашла. Хорошо, вот я еще велосипедиста нашел, зависшего. Вот этот с сердечком на глазах. Вот этот ест круассаны. О, это продавец тоже котик. 10 уже нашел по траве надо. О, вот спящий. 11 нашел. Сколько еще осталось? 4 где-то. Но мне кажется, осталось один котик найти. Мне кажется, я же могу уже проходить, да? Не, еще 2. Мне 2 для того, чтобы пройти в новую локацию. Еще 2 кота. Вот на велосипеде. Да, я всех котов нашла. Прям всех-всех? Да, всех-всех. Так, где-то на деревьях, может, они лежат, где-то сидят. В окне, может, где-то кто-то торчит, да? Я же не смотрел по окнам. Нет, нет никого в окне. А где же они все попрятались? Не, ну капец, я уже вроде уже всю локацию эту обошел. Давай еще раз пройдем. Так, по траве. Тут никого нет, кроме того кукульного. Я 15 котят уже нашла. А я 12 пока только. Не, ну капец, где они тут попрятались все? Котята! Я забыла тебе сказать, иди за мной. Я знаю, где один. Кис-кис-кис-кис-кис. А я в той мусорке не смотрел. Сейчас, еще раз. А, да, есть. Есть. И вот один. И вот один. О, я вообще в этот переулок не заходил, что ли? Короче, мы уже можем идти в новую локацию. Но одного кота не нашли, ну и ладно. Пошли. Новая локация. И новые коты. Сколько у этой леди было котят? Я в шоке просто. Еще 27. Вот один. Вот один кокульный котенок. Вот один беленький котенок. Так, вон сидит котенок. Вот танцует котенок. Сидит котенок. Давай, кликайся. А наверху, вот наверху в окне сидит котенок. Так. Сидит котенок. О, на башне. Привет, котенок. О, вот и котенок, привет. Так. О, рыбак, рыбак котенок, да? А рыба это не котенок? Только рыбак. Так, рыбак-котенок. Варится не котенок в супе. Так, здесь, с этой стороны на доме, на крыше. Да, люди говорят, о, черный! Я черного чуть не пропустил. Вот, еще один черный. Так, что тут? Еще 15 котов мне надо найти на то, чтобы пройти в новую локацию. На переулке. А, на улице, да, прям капец много. Так. Тут они на башне. На башне, не знаю, где башня. Смотри, я тут! Ты где? Наверх посмотри, на другую. Вау! А как там кликнуть на него? Там котик. А как ты до него добралась? Ай, здесь... Чинь, чинь. Вот тут есть лестница. Ага, хорошо, сейчас я попробую ее найти. У меня тут просто много котов, много работы. Да. Так, так, так. Клик, клик. Вау, я уже 21 нашел. И там еще 22 где-то будет. Сейчас. Ну, кликайся. Ну-ка, кот. Что-то он не кликается, а ну... Кликается этот и вот этот. Туда не могу перепрыгнуть, да? Вот и лестница. И... А, эй! О, эй! А, перестань прыгать! А как? Дайди! А, дайди! А. Катя, я сам должен учиться играть. Так, кот на крыше. Отлично. Бум! 24! 3 кота только нет. Но мне кажется, я уже могу пройти в новую локацию, нет, да? Еще. А по-моему, и могу. Давай проверим. Я могу. Я нет. Ты не можешь? Еще один котик. Так, что говорит? Я могу! И раз. Есть, мы прошли в новую локацию и... Пока ничего. О, наконец-то. Вау, я нашел уже 73 кота. А я сколько? Лунокорник 75. Ты на 2 больше. А кто-то нашел 165. То есть больше, чем 100 котов, значит. Если я уже 73. Да, кто-то нашел... Подожди, 166. Это кто-то нашел, да, вот этот Потанян или нет? Тут есть даже 300 котов, па. Не, лимонад какой-то нашел 109. А контроль нашел 200. А контроль это тоже человек разве? Это не, нет, это не человек, это всего, я так понимаю, 299 максимум, может быть. 301 уже. О, что оно меняется? Ладно, нас куда-то везут на необитаемый остров. Оно меняется, потому что люди новых котов находят. Угу. Уже 410. Интересно. Так, все, вау! Какая-то акула через нас только что перелетела. Да, много раз будет делать. Да? Вау, уж страшно было. Здесь несколько раз. Что-то нас долго везут на этот остров. Я там уже кого-то вижу. Вау! Опять акула. Так. Не прыгай, что не делай. Почему? Па, ты упадешь. Па, не балуйся, пожалуйста. Хорошо, идем на новый остров. И там 29 котов надо найти. Я уже не нашла. Я уже тоже вижу один, да.
И вот. И приплыли. Пай. Котик, привет. Где еще? На пальме я не может сидеть. Я всех котов тут нашла, кипусь. Ну, когда ты успела? Помнишь, это я... Ну, это в прошлый раз, когда ты играла. Но сегодня же ты не успела еще найти. В ракушках они могут сидеть? Вот, спит. Спит кот. Он не спит, он селфи делает. Вот кто-то на с горки в воду идет. Я пройду пока по бережку, а потом буду идти по центру. Так, вот кто-то стоит, смотрит. Так, ты про остров или вообще про игру? Совсем не про. Не, ну она прикольная. Не обязательно должна быть сложная, должна быть интересная, веселая. Так, кота, там того я увидел, вот в этом кто-то черный, привет. В ракушке, о, спрятался, есть, не зря я в каждую ракушку заглядывал. А вот подрак, а, или этого я видел уже. Так, это я видел, что-то я тут гуляю кругами. 12 пока только котов я нашел, идем дальше. Я стала 7, так что тебе осталось 5. И раз. И тебе осталось 6. 2. И 3. И 4. А что он пишет? Help me. Help me. Help me. О, тут 2 даже, да? Это кот? Кот-водолаз. Scuba cat. Так. Да, так. Что тут у нас? Тут просто кот-смотряка. Там далеко. Там тоже есть, я вижу. Есть. Вот он. Моряк. Кот-моряк. Есть! 20 уже! Опс! Вода! Хоть мои коты и остались? Есть! Конечно. Мои коты остались, это хорошо, что пап, не надо их по новой искать. Можно уже в новую локацию идти. Ну сейчас я быстренько оббегаю. Вот еще один! Кто этот? Милиционер что ли? Так. Пойдем. Ну я быстро, вот. А, это рыба. А, вот лежит кот. Сейчас, надо же всех хотя бы быстренько обойти. Один, надо еще 2. Еще 2? А, вау, мне тоже 2, кстати. Я думаю, надо смотреть по пальмам. На пальмах не могут быть они? А, да, один лазит на пальме, точно. Так, один на пальме. И вот еще один тут. Где? Показывай. Па, иди ко мне. Вижу. Ага, вот лазит на дереве, да. И еще где? И вот тут черный. А, тут черный я видел. Вот лежит, вот этого я не видел. Где? Есть, все, поехали. Мы нашли еще 24 кота. Оу, я наступил в лужу, я не упал в воду, я не могу тонуть, просто наступил ногой на мокрое и сразу. Идем дальше, ищем новых котов. 4, 4 всего-навсего, вот один, есть, где еще, там не было? По лестнице, там еще. Так, тут нету, 8, 6. Будет поезд, а мне нету котов всех. Не, не обязательно. А, не обязательно? Вот, я нашел еще один. Па, быстро! Я нашел кота, быстро. Секунда! Оу, не успел. Па, а зато я нашел кота. Кать, зато я нашел кота. Вот кот. Есть? Е-е-е. Но 3 только. А где четвертый? Не видно. Ну ладно. Хотя бы так. Вау. Есть. Успели. Что не во время? Успели. А где поезд? Когда будет поезд? Еще минута из-за тебя. Целая минута? Да, я тебе говорила. Ну я кота хотел найти, ну. Да не минута, 20 секунд. Все, сейчас будет. И заходи, приехали. Да, захожу уже. Садись. Сел. Па. Мы едем. Куда мы едем? Сядь. А это обязательно? Да. Есть. Все, мы едем где-то в метро. О. Мы приехали? Да. А как выйти? Не выходишь. Вау! Ничего себе метро! Что мы поднимаемся куда-то? Это сабвей. В метро. Вау, вау, вау. Вау, я вижу весь мир наш. Так, и что дальше? Можно выходить? Есть, мы вышли. Па, и... это уже последний уровень. 9 котов. Па, это последний уровень. Я первого нажимаю уже. И ну, давай, давай, па, давай, это давай, уже кота. Да слышу. Там нет никого? Там есть Curious Cat. А, вот вижу какой-то кэт. Вот этот. Это Curious. Это Curious. А вот тот головой машет, то не кот? В зеленой кофте. Нет, это девочка. Хорошо, а как нам найти котов еще 5? То есть надо идти на ту, все-таки в ту локацию? Конечно. Я туда не дошел. Вот капец, надо было идти. То есть надо всего хотя бы 7 из 9 найти, и мы найдем всех, что надо. Мне кажется, я уже кого-то вижу. Па, помнишь майнкрафтовский кот тут? А, да. Сейчас мы покажем его. И он читается как обычный кот. О, я вижу первых котов.
Тут легко. Тут легко. Привет, первый кот. Привет, первый кот. Есть. Первого кота есть. Где-то Катя видела майнкрафтовского кота. Ей. Вот майнкрафт. Вот кот. А где майнкрафтовый кот? Не вижу. А, вот. Кот в Майнкрафте. В компьютере. Он называется дочь Кэт, потому что тот, который создал Майнкрафт, его зовут дочь. Я не знал. Так, тут там никого нет. Один. Там наверху один. Так, и мы можем идти уже в новую локацию, типа, да? Да. Поехали. Что нас там ждет, интересно? Лунокорник уже на финише, контроль. И Папа Плей тоже. Кстати, Лунокорник два кота больше нашла, 109. Я нашел 107. Так, и привет, тетушка, которая крутит головой. А, это счастливая Кэт Леди. Вау, я found them. Want to go to space? Быстрее. Оу, мы можем в космос полететь. Запрыгни сюда, плиз. Ага. Чин-чин-чин-чин-чин. Есть, наконец-то. Вау, я умер. Фу, как это так? Я умер и я жил в ракете. 5, 4, 2, 1. Сядь! Куда сядь? Ага. Да ё-моё. А где я сел, нет? Где ты летаешь я? Теперь. Ну хорошо, я летаю. Мы полетели в космос. Е-е-е-е! И я там где-то тоже внутри, сядь, да? Где-то? Я вот стою. Все? Сюда мур. А, это новая типа серия? Или... Это конец. You win, game over. Yeah, мы победили. Давай прыгнем в космос. Давай, мы прыгаем в космосе на Луну. А где Луна? Стоп, а где Луна? Нас сказали, нам на Луну мы прилетели. А, да? Мы на Луне. Кстати, на Луне, говорят, высоко прыгают. Смотри, как круто. А что это там желтенькое? Стой, это что за машина, трактор? Там уже живет даже кто-то. Смотри, там дома какие-то. А знаешь, что это за планета? Что? Это Земля. Вон там далеко. Где? Вот там, вот. А, да, это видно. Если мы видим Луну, а лунчане видят Землю. Ну, котята уже не кликаются. Все, мы выиграли, мы даже попали на Луну. Если вам понравились наши поиски котят и наши приключения, которые нас довело до Луны, ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока. Пока.